Вот я купила две вот таких небольшие капусточки в Диксе. Они вытянули чек-лист. Кило 308, 199,90 килограмм, всего 261,47. И вот уже одну капусту я приготовила. Это мне вчера на вечер хватило, сегодня на завтрак. И все. Это максимум на 2 дня. Тоже, в общем-то, недешево. Опять буду готовить капусту на пару. Это единственное, что я сейчас переношу. Вот она, красавица, пыхтит. Пожалуй, готова. Похоже на тортик. Осталось сбрызнуть маслицем. Сегодня буду доедать цветную капусту, которую вчера приготовила. Вот так как у меня сейчас обострение и нет зубов, придется всю эту красоту еще измельчить в блендере. Она вот хорошо вообще протушилась. Она не тушилась, она на пару готовилась. У кого есть зубы, конечно, и так можно есть, но я сделаю нежный омлет сейчас с ней. И я ее измельчу. Потому что вчера я ее не измельчала. И что-то тяжело. Даже это сейчас моему желудочку кушать. Вот. Вбиваем сюда 2 яйца и перемешиваем до однородной массы. Смазываем сковороду небольшим количеством оливковое масло и выпекаем на сковороде. Выливаем полученную массу и разравниваем лопаточкой. Ну и так размешаем ее. Распределяем равномерно на сковороде. Вот так. Ну как там дела? Ну, кажется, готово. Ну вот, получилось такое нежное суфле. Ну вот, получилось такое нежное суфле. Сюда можно йогурт сверху положить. Да, что хотите еще можете добавить. У меня ничего нет. Буду есть так, как есть. Ну вот, приготовила я из цветной капусты суфле на завтрак. Его можно, конечно, еще полить чем-нибудь, например, йогуртом. Но у меня ничего нет, буду есть так. Мою духовку и думаю, вот сколько я приготовила на пару раз поесть, а сколько уборки, мытья посуды. Я бы выбрала готовую еду. Вот. Но вот диетические по доставке есть, но тоже очень дорого. Догадайся с 3 раз, какое блюдо я готовлю. Вот она, красавица. Не знаю, чем выкладывать, наверное, развалится. Растительный ужин. Суп
супер легкий. И с льняным маслечком взбрызнуть так. Не сильно много. Чуть-чуть. Все собираюсь вот такую брызгалку купить. Но все пока не доберусь никак. Заливная цветная капуста. Буду есть по-холостяцки, прямо со сковородки. Цветная капуста, она более нежная, чем брокколи. Рекомендую. Ужин. Белковый омлет и смузи из чернослива. Оказывается, яичко вечером лучше кушать.